Два вора в законе, 44-летний Ислам Эдильгириев, известный в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летний Владимир Дрибный, Полтава, скончались 15 мая. По данным, Эдильгириев скончался в Чечне, а Дрибный в Одессе. При этом смерть обоих криминальных авторитетов не носит насильственный характер. Ислам, уроженец Грозного, был коронован в июле 2013-го. В 2014 и 2015 годах он дважды привлекался в Москве к уголовной ответственности за наркотики. Эдильгириев был кандидатом главной воры в законе Чечни. Однако этому помешало его увлечение запрещенными веществами. Владимир Дрибный родился в Полтаве в 1938. В 50-е годы он был дважды судим за кражи Полтавским и Черниговским судами и отбывал срок в Североуральском исправительно-трудовом лагере. Последний раз Дрибного задерживали в Одессе в 2017. У него изъяли общак на сумму более чем 1 миллион долларов. Год спустя все деньги были возвращены вору в законе.